как говорится у нас в спорте, везет сильнейшим. Поэтому я очень надеюсь, что наши спортсмены смогли подготовиться, подвести максимальную физическую форму. Я надеюсь, что мы, как болельщики, отдадим свою энергию, поможем завоевать только золотые медали. И желаю спортивной фортуны, чтобы все сложилось как по нотам, как говорят. Болеем за нашу сборную. Она у нас очень молодая, она лицо России, и мы очень надеемся, что мы всему миру покажем, какое у России лицо. Оно спортивное, оно здоровое, оно хорошо мотивировано, и она горда за нашу с вами великую Россию. Побить всевозможные рекорды, не оплошать, естественно, в родных-то стенах. Ну а мы все возможное будем делать, то есть болеть.